всем привет! И я сегодня, да, не было давно роликов, была трансляция на шиншиллок, все потому, что у нас началась учеба. И я сегодня распаковываю вот эту вот посылку. Вот тут все написано, адресовано. Все, адрес я закрыла. Сейчас закрою по-нормальному. Все, адрес я закрыла, не видно ничего. В общем, вот тут всякое там. Ангелине Фаня от Веры Лайф. Телефонный номер тоже. Ну, телефонный номер не мой. А, Верин. У меня не такой. Так. И вот у нас тут роспись продавца, роспись покупателя. Да. И оно тут так вот запечатано. Сейчас надо открыть. Ножницы мне подай. И, не знаю, я вот испытываю тут мой фиолетовый микрофон. Мне кажется, он работает. Просто я его неудачно повесила. Вы смотрите первые. Что там? Ой, погоди. Что это? Ой, я думала, это сквиши, как в прошлый раз. Вау, просто идеально. Продолжаю и скажу сразу. Он точно работает. Я только сейчас проверила. Так, Милана там уже все успела посмотреть. Давайте глянем. YouTube. Вот, смотрите, YouTube или YouTube, блин, я не знаю. Пускай там постоит тоже. Да, на фоне этом. Не знаю, как его закрепить. Вау. Это сквизи. Подпишись на мой канал. И тут Ангелина Фаня. Ну, он вот с краев, конечно, скотчем запечатан. А вот у него тут бумага, и мне кажется, она помнется. Но я его скотчем вот тут тоже приглажу, потому что она помнется и может порваться. Так, подпишись на мой канал. Понятно? И она у меня будет стоять вот здесь. Вот здесь. Пофиг, стоит как стоит. Так, что, я все, больше нет, там пусто, что ли? Нет, там всё есть. Это не я готовила, это я готовила. Да, так. Да блин, что я за... Проехали. Так, подпишись на Ангелину Фани. У меня как будто такой костюм. Допустим. А, вау, что это такое? На телефоне закончилось. Что там еще может быть? Подпишись еще. И есть наклейки животные, которые мы откроем потом. Все. В общем, такой чудесный пакетик отправляем назад. И ножницы подайте мне, пожалуйста. Наклейки животные. Я уже тут первую наклейку вижу. Главное мне аккуратно это открыть. А вот тебе я показала себе. Сейчас. Мне главное сейчас наклейки сами не порвать. Ничего самодельное. Сейчас я буду показывать. Милан, ну, так, вау, есть такая китичка, есть такая собачечка, ну-ка, давай сюда, ой, на Джесси смахивает, так, все, больше нету, вот доказательства, там пусто, в общем, что могу сказать, по поводу этой посылки. Посылка была очень прикольная. Мне она понравилась. Вот эти прикольные. И наклейки тоже очень прям здоровские. Мне кажется, то, что в распаковках мой фон будет вот таким вот. Потому что думаю, где мне снимать ролик? Там у нас коробки стоят. У нас переезд. Давно. Да, переднюю часть дома ломали. Ну, в прямом смысле. Ой, блин. Ну, в таком смысле, вы поняли. Ломали и, в общем, я одеялом закрыла. Оригинально. Прям вообще, прям очень оригинально. Но на распаковках у нас будет вот этот фон. Я еще сквиш сюда прилеплю, вот этот прилеплю. В общем, на распаковках ждите такой фон.
И все, и всем пока-пока. Подписывайся на мой канал, подпишись на мой канал, подпишись на мой канал, еще раз говорю, подпишись на мой канал, подпишись на мой канал. И все. Всем пока! Всем пока! И на Милану подписывайтесь, у нее.